Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографии. Серафин Мартинес дель Ринкон и Тривес. Испанский художник, известный своими жанровыми и историческими сценами и портретами. Родился в 1840 году в Паленсии. Свои первые уроки рисования брал в муниципальной школе Дебужо Паленсии. Затем переехал в Мадрид, чтобы закончить учебу в настоящей академии изящных искусств Сан-Фернандо. Вдохновленный региональными выставками, которые были хорошо приняты в 1862 году, он принял участие в национальной выставке изобразительных искусств с картиной, изображающей клятву уголовного розыска Санта-Гадея. Два года спустя он представил библейскую сцену, показывающую воскрешение дочери Иаира в надежде получить стипендию в Риме, но ему это не удалось. Я цитирую переводную Википедию. У него больше не было значительных выставок до 1878 года, когда он получил медаль третьей степени за свою картину «Изгнание», которая затем была отправлена на Всемирную выставку в Париже. В 1881 году город Малага приобрел его картину, изображающую двух влюбленных, чье самоубийство вдохновило на название местной достопримечательности «Пение де лос Энамуара» «Кола влюбленных». В 1866 году он был назначен профессором в школе изящных искусств в Каде. Позже он стал профессором рисунка и декора в настоящей Академии изящных искусств Сан-Тельмо в Малаге. Но в 1883 году вернулся в Кадис, чтобы занять кафедру цвета и композиции. В последние годы своей карьеры он отказался от исторической живописи в пользу жанровых сцен и случайных портретов, в частности портрета короля Альфонса XII верхом на лошади для Академии Кабальерия Вальядолид. В 1888 году стал директором Музея искусств и официозов Мадрида. В том же году Хосе Каналехас, министр развития, предложил его в качестве кандидата на Большой крест ордена Изабеллы Католической, которым он был награжден в июле 1888 года. Скончался в марте 1898 года в Мадриде. Но так вкратце, данных не очень много, из переводной Википедии о испанском художнике, известном своими жанровыми историческими сценами и портретами, Серафин Мартинес дель Ринкон и Триве. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.